Добрый вечер, дорогие телезрители. Говорит и показывает Франция. Те из вас, кто опасались пропустить самую лучшую в мире приключенческую программу «Форт Боярд», включили свои телевизионные приемники вовремя. Это место, которое снабжает устрицами всю Европу. Устрицы по-французски лезвитом, а едят их, полив лимонным соком, с черным хлебом и с соленым маслом, и обязательно с прохладным белым вином. Хорошо бы еще на балконе, где внизу мальвы, перед взором вид на океан, и легкий ветерок колышет полосатый тент. Казалось бы, что еще нужно для тихого счастья? Но вот там есть люди, которые, рискуя здоровьем, репутацией, а иногда и жизнью, в темноте форта Боярд ведут борьбу с собой, с судьбой, здравым смыслом. И наше место там. За мной. Форт Боярд. Боярд сегодня штурмует. Марина Казанкова, актриса, окончила ВГИК. Екатерина Климова, актриса, окончила Щепкинское театральное училище. Анна Табанина, актриса, окончила ВГИТМИ. Антон Макарский, актер и певец. Петр Красилов, актер Российского академического молодежного театра. Дмитрий Исаев, актер, окончил ВГИТМИ. Да ну, в ушах звенит. Мы понаехали, а? Вот молодежь, да? У вас есть шанс добраться до сокровищницы форта и победить. При стечении иных обстоятельств, может быть, вам и не светит. Настало самое время представить команду актеров телефильма «Бедная Настя». Капитан команды Марина Казанкова. Екатерина Климова. Анна Табанина. Антон Макарский, Петр Красилов и Дмитрий Исаев. Ну что ж, ребята, желаю вам удачи. Вы уже команда, так что вам будет легче играть и покорять Форт Боярд. Оксана вам будет все время помогать, я буду строить козни. Но все-таки я сейчас отметил, знаешь, что вот эта половина команды мне нравится больше, чем... Значит, еще не все в жизни потеряно. Ну что, значит, Анечка, начнем с мелочей, но приятно. Вы сейчас отправитесь по станам к старику Фура. Если вы отгадаете первую загадку, то вы принесете команде первый ключ. А на самом деле сегодняшний день заключается в том, что вы должны в 10 испытаниях получить хотя бы 5 ключей. 2 похода к Фура и 8 испытаний. Эти 2 дня, которые мы проведем вместе, покажут, на что вы способны и до какой степени ваша звездность будет оправдана здесь, для нас с Оксаной и для многочисленных телезрителей, которые следят за вами в эфире этой программы. Ну что, не будем тянуть. Постав. Проводи, пожалуйста. Аня, вам вот туда, на самый верх. Удачи. Удачи. Давай. Давай. Ну что, удачи. А вы готовы начать игру? Да. Мы уже там готовы. Мсье Лабуль, лагонг, сил вупле. Ты знаешь, куда их вести, да? Да. Форт Боярд начинает свою игру. 10 испытаний, 5 ключей. Каждое испытание – это состязание с фортом в силе, смекалке, выносливости и воле к победе. Самое главное – думать, но не медлить. Сомневаться, но не останавливаться. Если игрок хоть на секунду растерялся, он – пленник форта. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, девушка. Вы, конечно, заключен. И, конечно же, с пустыми руками. А я вот так карабкаюсь в мешочек каждый день.
Вы должны отгадать загадку, иначе вот этот вот ключ я выброшу в море. Попроще что-нибудь загадайте. Ну уж как получится, я вот писал, пока вы там внизу совещались, не знаю, что получится. Мне нравится. Когда трескучие морозы жизнь превращают в сущий ад, здесь очень, кстати, ритм морозы, оно нам дарит целый сад на хрупком поле среди зимы, узор, что на востоке не отрастит оно, и, глядя вдаль, благодарим его за свет. А, время поспало. Что ты должен сказать? Когда трескучие морозы жизнь превращают в сущий ад, здесь очень, кстати, ритм морозы, оно нам дарит целый сад на хрупком поле среди зимы, узор, что на востоке не отрастит оно, и, глядя вдаль, благодарим его за свет. Что это? Ведь выбросите и не получите ключа. Время истекло. Не успела даже. Нет. Ну скажите хоть что это. Скажу, конечно. Скажу, конечно. Это стекло. А ключ? Очень жаль, что ушли с пустыми руками. Да. Мы, кстати, приходили с пустыми руками. Нет. Нет. Ничего. Поддержите, Ивана. Играем дальше, получаем давай. Присоединяйтесь к нам скорее. Ну что ж, пошли, ребята, у нас еще все впереди. Поразительная вещь, да? Как я все-таки вот такая симпатичная, да? Ну вот не совмещается. Да? Симпатичная, загадка не отгадала. Хорошо, больше интеллектуальных заданий не будет. Сейчас будете работать ногами, плечами, спиной. Так, Дима, это называется вагонетка. Вам нужно будет, команда будет помогать. Вы откроете такую заслонку, вытащите вагонетку, переставите на так называемый разводной путь, развернете. Я доходчиво говорю. Да. Ну, вы когда увидите, да, все соединится. Вот мой этот наговор и то, что вы увидите, я надеюсь, там достаточно все просто. Главное, чтобы помогала вовремя команда. Да, главное, чтобы они за этот шнур вас не вытащили. Ну что, Дим, вперед. Давай. Помни, вечером нас ждут вино и мидии. Итак, время для Дмитрия на вагонетке пошло. За первым ключом. Так, слушайте, потому что у Ани не получилось. Ключ практически уже выполнили, но почти не хватило почти времени немножко. Ничего, ладно. Ничего. Впереди еще есть испытание. Мы бежим дальше. Давай, ребят, за мной.
Да, пока у нас нет ни одного ключа. А бегаете хорошо, вы-то. Вы знаете, за счет вашего участия в программе «Форт Брайт» рейтинг программы растет неимоверно, но ваша популярность-то падает. Ничего. Вы как-то разберитесь, уже две неудачи. Ну, а потом, к сожалению, пока ни одного ключа. Я сейчас, наверное, засажу всех мальчишек в тюрьму, и тогда смогу быть откровенен со второй половиной команды. Ну что, попробуем, конечно, на что способен Петя. Значит, это новый конкурс, новое испытание. Короткое замыкание. Вам приходилось когда-нибудь на морозе красный с красным, синий прикуривать, да? Конечно. Ну, вот это похожее упражнение. Единственное, что вам понадобится, кое-какие аксессуары. Там могут быть электрические разряды, а счетчик, пожалуйста. Прекрасно. Да, на всякий случай, все-таки, чтобы нести ответственность перед каналом СТС и телеканалом «Россия». И поклонниками магазина. Да, да, и потом, вдруг вам еще напишут 120 серий, вдруг там история не закончится. И даже не вдруг, а скоро так и будет. А так и будет, да. Вот вы все-таки хотите нас, наше поколение, задавить новыми технологиями. Мы не хотим. Мы сердцем играем, сердцем. А вот это вот появился. А мы соединяем технологию с сердцем. Да, получается? Но это же не нам. Черти. Ну что? Время для Пети. Короткое замыкание. Пошло. Богом. Пока ни одного ключа. Найди. Сзади тебя провода. Синий к синему, красный к красному. Контакты перед тобой. Сильнее. Давай, давай. Нужно подержать 3 секунды. Сейчас. Ну. Чуть-чуть. Давай. Раз, держи крепче. Раз, дольше, два, держи. Три. Держи. Раз, два, сильнее. Три. Нет, еще немножко. Еще немножечко. Еще немножко. Практически уже. Еще нужно. С другой стороны еще контакт. Давай. Да, но ему нужно это расцветить. Право от тебя! Витя! Право от тебя! Тихо! Право от тебя контакты! Право от тебя! Синий! Красный вверху, синий внизу! Право! Красный вверху! На ящике! Я не вижу! Около правой руки! Красный вверху, синий внизу! Да! И синий! Время идет! Давай, быстрее! Давай! Времени мало! Три! Бери ключ! Бери ключ! Я знал, что я буду первым. Молодец. Да, первым открывать. Своего рода. Ну что же, ребят, у нас еще все впереди. Первый, мы открыли счет, у нас первый ключ есть. Ура! Ну, наконец-то. Поздравляю. Да, Петя, вы скрывали от команды, да? Вы не только драматический артист, вы настоящий сварщик. Настоящий. Сварщик. Ну что, Магарский? Я! Вы все-таки здесь, в Форте Боярд, не первый раз. Да, вы бывали здесь. Я что мне делать? По сей день встречаю на берегу в этих местах двух милых француженок, которые помнят ваш прошлогодний приезд, просили передать привет. Спасибо. Эдакий сердцеед из России. Вот они говорят, не давайте ему какие-нибудь сложные испытания. Вдруг сорвется там со стены. Вот сейчас и попробуем. Здесь будет страховка, и время пойдет тогда, когда вы устроитесь на карнизе. Паспорту я все объяснил. Вы идете за вторым ключом, команда поддерживает вас. Время для Антона Макарского над пропастью. Пошло. Но он не воржи. Thank you.
польстились ростом. Дайте веревочку. У вас есть первый плен. Очень жаль. Все, что делать? Такова игра. Ребят, а мы должны бежать дальше. Вот у меня кое-что начало получаться, да? Слава богу, от одного плейбоя избавились. Вот, но не навсегда, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Вы вас выручите, освободите, обласкаете, обогреете, помоете. Дима, да? Проведайте-ка старика ура. Ладно? Постан вас проводит. Удачи. Удачи. Я сейчас захлопнул по плечу. Здорово такое, да? Здорово. Мариночка, ну что? Пора начинать. А, у вас дача есть? Нет, Аня. У друзей дача есть? Нет. А вот когда выключается свет, перегорает свет, да. А все-таки что-то нужно найти в кладовке. Бывало такое в жизни? Да. Ну, вот приблизительно то же самое. Кладовка у меня старенькая, поэтому там, как бы, может, что-то испортилось. Вам нужно в бесконечном количестве банок найти ключик. Он вам пригодится. Я готова. Удачи. Кладовая гадости для Марины. Марина! Время пошло. Левой рукой. Давай, Марина, Ты можешь помыть руки здесь? Спасибо. Это заработало? Здорово. Команда. Поздравляем, ребят. А мы двигаемся дальше. Марина догоняет. Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте, дедушка. Крэп. Крэп французский блин. Значит,
Вы, конечно, хотите ключ. Хочу. Поэтому таким хамским образом явились ко мне. Ну, там. Ключ. Вот догадайтесь теперь. Слушайте внимательно. Она царствует, но не управляет. Она хочет того же, что хочет Бог. Если вы хотите ею повелевать, научитесь ей повиноваться. Время пошло. Она царствует, но не управляет. Она хочет того же, что хочет Бог. А если вы хотите ею повелевать, научитесь ей повиноваться. Вот он, ключ. Время идет. Скоро высыпется песок, и ключ полетит в море. И вы с позором вернетесь к своей команде. Более? Это случится сейчас. Сказать ли вам ответ? Да. Это была женщина. Она хочет того же, что хочет Бог. Так просто. Да. Невоспитанный молодой человек. Ну, скажите хоть до свидания, счастливо? Дедушки. Счастливо. Hello. Ты даже правильно ответил, на ключа не дал. Ну что? Ну как? Ну. На! Давай, дел шанс сюда. Принести третий ключ. Давай. Ничего. Ну что, а мы уже. Благо вам идти недалеко. Разворачивайтесь. Ну что, подводим промежуточный итог. У вас один в заключении, Макарский, да? У вас два ключа, у вас осталось 4 испытания. То есть из этих 4 вы должны точно добыть 3 ключа. Тогда вам будет как-то спокойнее, будет осмысленно сегодняшний, не бессмысленно сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, Катя, вот у вас все девушки в команде замужем или только вы? Пускай они сами ответят на этот вопрос. Мы не скажем. Не скажете, да? То есть пусть у меня будет такое неведение, да? Пусть. А давайте левую руку. Это правая. Это правая? Вы не отличаете, да? Левая. Нет, мне нужно тогда стать как-то так поудобнее. Может, паспорту со мной пойдет? Паспорту нет. Паспорту только откроет вам дверь. Ну что, Катя. Время для Кати пошло. За третьим ключом. Отвинчивай. Вот так и пара. Молодец. Дальше. Учится. Быстрее, быстрее. Отвинчивай. Отличный ритм, давай. Время меньше половины, ребят. Давай, поторопись. Сейчас уже ускорится. Быстрее. Надо, давай. Катечка, быстрее. Давай, Павел, перечутка. Времени очень мало, давай. Все. К сожалению, все, время вышло. Очень жаль, ребята, но второй пленник у нас в команде. Передай ключ. Ключ практически был у нее в руках. Ну что ж. Ну, у нас всего 3 задания. Они для нас вытащили.
она ушла к Антону Макарскому. Все нормально, все складывается, все складывается. Ну что, Аня, в такой пластике вас не видели ни в одном сериале. Вот, и действительно, я даже беспокоюсь о детях, которые смотрят днем программу, когда идет это искушение. Сейчас все поймете, да? Ну что, цилиндры. Невероятно женственный, красивый конкурс. Я надеюсь, вам понравится. Что вы хотите? Подышите. Ручки вы вытереть. Давайте. Главное, не дергайся. Все. Давайте. Сосредоточься, смотри. Так, готовы? Подыши. Паспортно. Ну что, время для Ани на цилиндрах пошло. Наслаждайтесь. Давай. Спокойно. Смотри на ключ и двигайся все время к ключу. Очень аккуратно, медленно, плавно. Получается, все хорошо. Красиво, и главное, что результат есть. Я поздравляю. Марин, Дима, если мне память не изменяет, ваши герои в сериале «Любовники», да? Ну вот вы сейчас будете демонстрировать ловкость в человеческих взаимоотношениях, но несколько в других обстоятельствах. Это испытание называется «Мышеловка». Ну что, вперед. Давайте. Давай, Маринка. Марин. Время для Марины и Димы пошло. Мышеловка. Форт Боярд. 2004 Давай. Год. Ха-ха. Дима, ты готова? Я готова. Так, стой. Вытащи. С той стороны сначала. Сначала с той стороны. Чуть приподними. Окей, пошли.
молодец. Окей, пошли. Молодец, дальше. Ну что ж, ребята, у вас есть четвертый ключ. Я вас поздравляю. Замечательно. Молодцы. Это было красиво. Легко, элегантно. Я не помню, что кто-нибудь так легко справлялся с этим заданием. Ну что, у вас осталось последнее испытание. У вас есть 4 ключа. Естественно, на вас большая ответственность, потому что если вы его достанете, это будет тот минимум, который вам необходим, как результат сегодняшнего дня. Хотя вам есть что делать вечером, у вас уже 2 пленника. Это будет бочка. Паспорту. Давай. Петя готов. Ну что, последнее испытание. Шанс получить последний ключ. Время для Пети пошло. Удачи. Отлично. До него добраться, конечно, легко. Перехватить неудобно. Подхватить трудно, но бочка. Не получилось, ребята. Да. Всего лишь 4 ключа. Бежим дальше. Нормально. Я надеюсь, что те 4 ключа, которые они добыли, компенсируются завтрашними их успехом, поскольку сейчас им предстоит потерять 15 секунд, освободить 2 пленников. Но это все чуть позже, когда над фортом стемнеет. Нам не хватает одного ключа. К сожалению, команда не обошлась без потерь. Такое ощущение, что вы меня побаиваетесь. Не бойтесь, не бойтесь. Значит, вам нужно сейчас произвести одну сделку. Да. Знаете, вот как душу дьяволу продают. Вы должны отдать 15 секунд за ключ. Годится, да? Иначе вы не попадете. Ну, других вариантов здесь в форте нет, да? Мишель Лябуль. Боюсь туда идти. Туда надо идти? Все пойдем.
один из добрейших людей в форте. Он почти никогда ничего не говорит, только делает. Ключом откроет, закроет, или сидишь, или выходишь. Хорошо, это ваш еще один ключ. Вставляйте, пожалуйста. Только не поворачивайте, потому что тигры здесь, Моника их не уводила. Сокровищница, вы завтра, если отгадаете кодовое слово, проведете 2 минуты 45 секунд. Но нагнать это время можно, если вы заработаете подсказки. У вас двое пленников, и вам теперь не отвертеться от совета теней. Вам нужно выручить своих друзей по команде. И, может быть, если повезет, бороться еще за одну подсказку. Значит, сейчас, когда пройдете в комнату, не торопитесь все рычаги, выключатели дергать. Это доставит массу неудобств и неприятностей вашим пленникам. Так устроен форт. Между вами практически прямая связь. Паспорту вам кое-что подскажет. Проводи-ка. Вперед. С вами не Ребят, до завтра. Спасибо. Знаешь, очень симпатичные команды, да? Симпатичные? Конечно, к сожалению, играют слабовато. Но молодые и задорные. Но они играют слабовато, но при этом мне больше всего нравится, что даже когда у них не получается, они не расстраиваются. У них абсолютное ощущение, что в следующий момент они всех победят и совсем справятся. Может быть, в этом есть какая-то абсолютная... Да, прелесть возраста. Прелесть возраста, ну что ж, да. А завтра мы посмотрим. Ну что, пошли. Пошли. Ночью форт только кажется безобидным. 24 часа в сутки он сторожит свои сокровища. Мэтры теней уже ждут игроков. После того, как команда завладеет магическим кристаллом, у нее появится шанс сразиться с мэтрами. И только тогда пленники смогут надеяться... Я. Сегодня на нашем канале. Но здесь вроде тоже все готово. Меня трудно упрекнуть в том, что я не забочусь о гостях. Именно с подвала в Порт-Боярд. Ты бутылке 35 лет. Лябуль всегда норовит. Одну другую бутылочку меня выпросить. Правда, это единственное, что за этим столом можно употреблять. Согласитесь. Я не думаю, что гости из России будут закусывать этим. Мама! Ты мой дорогой, что ж ты меня так пугаешь-то? Какая мерзость, надо сюда зайти. Ой, мама! Бардак какой-то, непорядок, да. Так, нам нужно найти книжку, да? Понятия не имею. Давайте посмотрим. Опа. Эй! А со светом лучше было. Осторожно, попробуй еще что-нибудь. Осторожно, да я положу это. А подожди, а что нам нужно? Нам нужно. Ключ? Подожди, должна быть подсказка. Какая подсказка? Нет, подсказка. Не, здесь подсказка. Здесь надо составить из рычагов такую комбинацию, которая открывает нам эту клетку. Да? А не будет больше? Только из рычагов? Я думаю, может. Из рычагов, да. Спасибо. Спасибо за это. При свете все-таки лучше. Слышь, ты большая тварь. Ползи отсюда. Да. Подожди. Сейчас. Молодцы. Сейчас. А что значит вот эти белые? Сейчас. Ты вверх и вниз. Так. Правильное расположение рычагов. А, вот давай. Супер. Вот так. Нет? Вот этот.
Туда, на три четверти. Ага. Это окошко. А дальше? А дальше? Таблица 83. 83. Это бесполезно. Я не могу достать. Ты знаешь, в этом есть какая-то злая доля иронии. Прости меня за все, Макар. В том, что мы с тобой пара попала в тюрьму. А! Слушай, на меня прыгнула эта тварь. Польская. Перебрать. Ну, все книжки. То есть смотрели. Не все, конечно, еще. Остается сколько там? Что говорил, что терпение на исходе. Мне кажется, это какая-то книжка. Ну, это невозможно, а эти новые совсем. Опа, смотри, книжка. Точно вот, уверен, что не надо было посмотреть их в одном месте, а? 83 страница? Смотрю еще. Она не маленькая. Ты вот здесь вот кто-нибудь смотрел уже? Да, я все посмотрела. Смотрела? Идите, за зеркало не нужно? Странно. С одной стороны желтый, а с другой стороны такой. Смотрите! Где ты, нашла что ли? Вот оно! Ура! Дай сюда! Вот оно! Давай посмотрим. Петька, давай, наконец-то! Так, подожди, вот вниз. Этот вниз, правый вниз. Ань, давай, правый вниз. Вот. Так, этот центральный. А, в центр. Вот эти два. Так. Вот так. Один большой, другой маленький. Какой здесь будет? Ручка на три четверти. Так, подожди, а это что? Это правый ровный оборот. Она открылась, по-моему. Темновато. Что здесь такое? Я обнаружила ее, молодец. Шака. Мы же вроде там... Надо присесть. Что такое? О! Что нужно, кристалл? Добрый вечер. Вы видите шесть нот? Вы видите шесть нот. Ре, ми, фа, соль, ля, си. Вскоре. Вскоре. Руки, ручку. Куда?
Туда, туда, туда. Пошли там. Сюда, сюда, сюда. Бежать. Это где там внизу? Пожалуйста, отсюда. Я не хочу тут долго бедеть. Она ползает там. Зачем я с малолетства шоу привык к ногам? А нынче и с воли терпи, Катюша. Зачем я? Сейчас, подожди, посмотрим там. Одолели? Я их съела. Вы их съели? Голоду, да. Всех? А вас что, не кормил месье Лябут? Я очень долго сидела в тюрьме. Да? Да, я не кормила. Есть люди, которые сидят подольше. Но за вами уже пришли. Хотят вас освободить. Да? Да. Они вызвали кого меня? Кого пригласить? Я приглашу Марину, может быть. Да? Да, капитан. Да, отомстить, отомстить. Капитан. Вы с гадами были, и она попробует с гадами. Ну, Марину, хорошо, да, она сможет. Пора ее звать, да. Она хорошо. Сможет. Вставляй. Марина. Давай. Мэтр теней, я приглашаю вас на совет теней. Ну. Добро пожаловать. Проходите сюда в свет. Да. Проходите сюда. Да, 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 да. Вы знаете, Катька. Катька, я вам скажу, что нужно сделать для того, чтобы ее освободить. Да. Несмотря на вашу улыбку, вам, наверное, сейчас улыбаться не будете. Проходите сюда, пожалуйста. Вы расположите этот ящичек так, как вам будет удобно. Даже встаньте на него. Встаньте. Значит, вот это приготовлено специально для вас. Для того, чтобы освободить Катю, вам нужно сделать следующее. Вам нужно без помощи рук достать ртом 4 пробочки. Вот они здесь торчат. И подержать до того момента, вы со дна поднимете такие таблички небольшие. А Катя увидит там цифры. Там всего 4 цифры, 4 пробки. Но расположить вам нужно эти цифры в возрастающем порядке. Вот скажем, 2, 4, 6, 9. Это и есть код для этого сейфа. Слева направо. Все понятно? Вы готовы? Марина, вторая меньше всех по размеру. Купание в ночи. Дело в том, что время ограничено, поэтому я бы на вашем месте уже попытался. А? Начинайте, это не так сложно все. Я видела. Угу, видела, видела. Вообще воздуха не добирает. Видела. Угу. Видела. Марина. Вы сделали это, даже усложнили задание, потому что можно было выплывать и набирать воздух. Все сделала уже. Ну какой, назовите мне. 2478. 2478? Да. Боюсь, что это правильно. Пробуйте открыть.
Крышка тяжелая. Еще, еще, еще. Есть. Открывайте, там есть ключ. У вас еще один пленник. Позовите Петра. Петя! Вот это было зря. Такая фамильярность, мы это извините. Я свободный. Я же свободный человек. Вы сейчас могли окаменеть. Давайте, идите, идите. Поздравляю. Спасибо. Позовите Петра. Он будет освобождать Антона. Петр! Катюха! Ну что, Антон, вы завсегдатай боярдовских казематов, да? Видимо, такова моя карма. Карма, карма, карма. Но за вами пришли. Вас попытаются сейчас освободить. Очень долго. Если это получится с первого раза, то, может быть, еще ваша команда поборется за подсказки на следующий день. Я позову Петра. Я только за. Хорошо. Ну все, я пошел. Удачи. Антон! Сюда, пожалуйста. Свет, свет, свет. Ну, пока у вас все получается, Марина справилась. Если вы с первого раза сейчас, с первого конкурса освободите Антона, то тогда вы будете бороться за подсказки. У вас будет еще два конкурса. Если вы их выиграете, получите подсказку на завтрашний день. Ну, так просто. От вас многое зависит. Да? Ну, как всегда. От вашего шага. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот вы видите эти палочки, да? Угу. Вот. Здесь определенное количество. Вы начинаете игру, вы можете снять от одной до трех палочек. Одну, две, три. Ваш ход первый, потом будет играть мэтр. Итак, проигрывает тот, у кого остается последний ход, понимаете, да? Mm-hmm. То есть, если, например, при вашем ходе осталось три палочки, две или одна, вы проиграли. То есть нужно сделать так, чтобы у мэтра осталось две, mm-hmm. одна или три палочки на выброс. Я думаю, что понятно. Если вы выиграете этот конкурс, вы получите ключ от наручника, которым прикован к этой стойке Антон. Можем начинать. Ну, я надеюсь, что следующий игрок вас освободит, Антон. Но вот за подсказки ваша команда бороться сегодня уже не сможет. Будете завтра ее добывать в прямой неравной борьбе. Позовите Аню. Нет, Витя, ну что? А, нет, ничего. Ничего, ничего. Я продул. Давай, здесь проходите продул. Сюда в свет, Аня. Сюда. У меня один вопрос. У вас всегда был такой цвет волос? Нет. Это не ваш? Мой. Вот это но ваш? Но не всегда был. Но не всегда, да? Вы не совсем блондинка? Совсем недавно я была блондинка. Да, я просто пытаюсь вспомнить, видел я вас когда-нибудь вообще, вот я имею в виду не в кино, а так. А, вы? Да, в жизни. А вы меня не помните? Нет, кстати. Наверное, Антон думает, что до него дело не дойдет. Ой, привет. Это ваш друг Антон. Проходите. Прости меня, пожалуйста. Проходите. Прости, прости меня, говорит. Так, прощения просить не надо. Задание достаточно простое. Это тараканы. Тараканы и сороконожки. Значит, вам нужно будет откручивать эти плашки. На каких-то из них будут двойные числа. Если вы открываете и на двух плашках одинаковые числа, то надо искать следующую. То есть должно быть две плашки с разным набором цифр. Это и будет кодом для этого замка. Все, можно уже... А нет, их откручивать нужно. А-а-а. Как? Как? Да, да, да. Гадина какая, Антон, я тебя спасу. Я верю.
Если вдруг вы не успеете, погаснет свет, это значит, вы не успели. Да? Поэтому старайтесь сделать. Это можно делать двумя руками. Их жалко, они... Двумя руками, может, две плошки. А, двумя руками. Я вслух могу говорить? Да, конечно, повторяю, все они пока. Кусаются? Так, 1, 3. Да что ж такое пусто? Пусто. Освоились, я смотрю, да? Как мерзко. Мне их жалко. Мне кажется, когда со мной разговаривали, лицо было посимпатичнее. Так. Есть. Я не буду это показывать. Нет, не надо, остановись. В диком психозе продолжал. Уже все есть. 1, 3. Еле успели, как раз погас свет. 6. Открывайте. Есть там ключик? Есть. Открывайте, Ань. Открывайте, помогите ему открыть наручник. Ты моя родная. Спасибо. Я тебе это припомню. Я буду ждать этого. Свободен. Ну что? Пошли. Я прощаюсь с вами до завтра. За подсказки бороться бессмысленно, потому что у вас остался всего один конкурс. Этого завтра. Мало. Завтра я вы со мной рассчитаетесь, да? Вы определитесь. До свидания. До свидания. Мэтр Теней, игроки прощаются с вами. Всего доброго, до свидания. Какие вы галантные, а? Кто там? У вас не было ощущения, что у них какая-то неадекватная радость? Все-таки это странное поколение. Казалось бы, ничего такого, ну таракан. Невероятная реакция. Но многим телезрителям это нравится. Спасибо вам большое за помощь. Спокойной ночи, до встречи. Все предыдущие испытания лишь сплотили команду. Теперь их ждут по-настоящему опасные и сложные приключения. Если игрокам повезет, то у них в руках окажутся 4 подсказки, которые помогут им разгадать кодовое слово и получить награду золота Форта Боярд. Форт продается только тем, кто умеет искать. На канале Россия. Ну вот и наступило утро следующего дня для этой команды. Настя-то может быть и бедная, а команда-то ничего. Команда играет нормально. Да, хорошие. Да, я бы вообще их назвал, знаете, такая группа русских амазонок в сопровождении 3 молодых богатырей. Нет, они играют действительно хорошо, хотя они потеряли 15 секунд, потому что нужно было купить ключ. Но надеюсь, что сегодня день приключений принесет им подсказки. А вот и они догадаются о ключевом слове раньше, чем мы можем это подозревать. Доброе ну что, доброе утро. Доброе. Вы в полном составе, у вас 2 минуты 45 секунд, когда вы разгадаете кодовое ключевое слово и доберетесь до сокровищницы. Я надеюсь, что ваши действия будут слаженными, а не раздрызганными. Я предлагаю начать с того, что Пастан отведет Катю к старику Фура. Вот. Я надеюсь, что первый блин не будет комом, вы получите первую подсказку, это воодушевит команду. И тогда намного проще Пете будет собираться на Эверест. Поскольку это будет снаружи порта, над водой, идите готовьтесь. Идите готовьтесь. Паспорту. Петю на... Давай, да. Ребята, так. Ну, ура, все, мы вчера говорили. Мы вас верим. Я пойду. Проверим. А мы пока подождем, что же там Катя. Добрый день. Здравствуйте. Все ли у вас благополучно? Пока да. Как прошла ночь? В кошмарных снах. Ну что же, тогда вам не сложно. Слушать внимательно. Он есть в загадке и в задаче, удачен или неудачен. И вспомните, как школьницы дрожали, когда его в последний раз держали. Время пошло. По-моему, очень просто. Я уж так старался найти что-нибудь попроще. Он есть в загадке и в задаче, удачен или неудачен. И вспомните, как школьницы дрожали, когда его последний раз держали. Ну, просто же.
пошла ты, ей-богу, ну такую ерунду не можешь. Держали. Ну? Ну, сейчас время, а, время финал? Кончилось. Нет, я сказала. Что? Финал. Финал? Какой же вы держали в школьнице финал? Ну, что? Не знаю. Девушка Катя, вы меня куда идти? Вы, наверное, очень плохо спали. Я очень вас боялась. Ну что, итак, я должен вам сказать, что это одно из самых трудных испытаний, Эверест. Ну, технология вам понятна, да? Вашему поколению вообще все. Все, что нажимается, зажимается. Все, что с приспособлениями, у вас получается замечательно. Все, что связано с зажимами. Зажимами. Браво, 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 браво. Все-таки второй день испытаний, да, включает все это. Все. Хорошо, надеюсь, что у вас все получится. Вы принесете первую подсказку, она достаточно высоко. Ой. Да? Ну что, Катя? Ура! Да? Ура! Старость победила, да, молодость. Ну ничего, ничего, у вас есть еще три шанса. Давайте, потому что время идет. Петя, пожалуйста, да? Удачи. Петя, мы с тобой. Поехали. Давай, давай, давай. Самый, самый. Давай, родной. Сначала ногу, ногу сначала, потом ага. Ногу. Возьми. Нет, ногу выше, ногу выше. Наталья, ногу. На нас, нет? О, вот так. Ног. Держите, чтобы ему было удобнее. Вот так вот опирайтесь. Давай, Рада, сначала ногу, потом... Да, я понял. Ну, нога фиксирована, наступай на нее. Дрожали? Вот так. Конец, вот к нам, чем бы мы с тобой... Я пытаюсь. Да, не надо отсюда. Вы его оттопыривайте. Оттопыривайте. На шпагат не растягивайте, парни. Давай, давай, молодец. Давай, Настенька. Сейчас. Голова твоя. Держите поближе. Ну, чуть-чуть осталось уже. Альпинистка. Давай, Петюнечка. Голова твоя. Ну, еще немножко тебя осталось. Скорее! Смотрите. Ну, очень чего-то. Еще немножко. Почти. Ну, что, почти. Почти. Есть. Молодец! Только не роняй. А что, давайте да. Дальше. Ты можешь прыгать. Прыгай, отпускай. Надо. Молодец. Ребята, мы побежали. Ветя принес нам первую подсказку. Он нас догонит. Давайте, ребята. Ну что, все не так плохо, да? У вас есть подсказка? Да, одна есть. Марина, скажите мне, пожалуйста, вы хотели полетать? Да. Вы хотели риска? Да. Пожалуйста, вы будете готовиться к воздушным лыжам. Ура! Отправляйтесь, отправляйтесь готовиться. Поста на складе. Ань, ваша творческая карьера, в общем, в разгаре. Вы знаете, что вообще вот круг артистов, да, это такой клубок единомышленников, да? Вот, нужно привыкать к атмосфере, в которой вы проведете остаток жизни. Сейчас будет генеральная репетиция. Вы должны будете найти код среди змей. Две пары чисел, которые будут кодом для этого сейфа. Вы прокричите оттуда, из террариума, и команда откроет. Тогда вы принесете время еще одну пару. Время буквально 2-3 недели. С тараканами ты уже встречалась. Ну что, паспорт открывай. Ну что, уже такая реакция. Это лучше, чем буря. Держим ее. Давай. О! Я обязательно передам это фурия. Значит, змеям это лучше, чем фурия. Хорошее заявление. Ну что, удачи. Удачи. Я пойду посмотрю, как готовится Марина. Да. Я сейчас умру. Нет, не сейчас, подожди. Осторожно. Осторожно, не трогай. Не бойся. Все нормально. Не делай резких движений. Давай, давай, быстрей. Нет, нет. Не бойся, не бойся. Нет, я не могу. Я не могу слышать эти звуки. Давай, давай, давай. Все, давай, время пошло. Они в ног. Давай, 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 давай. Время, время, Анюточка. На животе. Анюточка, давай, попробуй. Она очень боится. Дергай, разворачивай. Лев, справа.
Попробуй просто не трогать их, а посмотреть. Дергай за веревку. Ты увидишь. Слева от тебя. Слева на спине. Сильнее. Бочки, может быть. У нас только одна подсказка, Аня. Посмотри, там бочка. Может быть, в бочке. Ну. Время идет. Попробуй, пожалуйста, преодолеть. Они тебя не трогают, ты видишь? Они тебя не трогают. Хотя бы пару цифр. Может быть, потом уберем. Потом догадаемся. Аня, ты так не увидишь. Вот он посмотри. Вот он пополз, посмотри, просто поверни. Да. Есть там что-нибудь? Нет, пап. Рядом с тобой бочка. Аня, посмотри в бочке. Смотри в бочке. Я вон за бульбу, а? Нельзя. Надо дальше искать. Вот, посмотри, вот впереди. Впереди бочка. Впереди бочка. 5-2. Как? 5-2. 5-2. Дальше смотри. Крестики впереди. Не бойся. Аня, это прямо в бочке. Это первый цифр или второй, Аня? Вот серый ящик справа от тебя. Смотри. На стене, на стене. На стене. Дергай за веревку сильнее. Давай, давай, дергай. Давай. Вот. Ищи там. Смотри, там еще две цифры должны быть. Посмотри. Ань, ищи. Они точно там, наверняка. Ань, уже полдела сделано. Ань, посмотри в ящики. Которые ты открыла. Они должны быть там. Смотри, в ящики, посмотри. Они должны быть в ящике, посмотри. Не бойся. Смотри, посмотри, Ань, посмотри. Посмотри, пожалуйста. Подними их, подними. Поднимай маленькие, большие, большие надо. Хотя бы пару переверни, ну. Молодец, Ваня, тяни его. Вот, что там? 3-8, 3-8, ребята. А это первый или последний? 3-8. Давай. Еле успела. Нет, ребята, значит поменять. Наоборот. Запомнили? Ань, какие это цифры были? Первые, последние? 3-8. Не заметила? Последний. Последний. Здесь два. Попробуйте. Не зря ты переживала. Молодец. Мы видели, что было очень страшно. Но все-таки ты сделал. На последних секундах буквально. Ну, ребята, ну молодец. Все, а у нас дальше. У нас две подсказки, а мы бежим к Марине. Давай. Дошла? Добыли подсказку, а Анька не достала. Ну что? Есть подсказка? Замечательно, хорошо. Да? Есть две подсказки? Да. Вообще, перечислить те ситуации, в которых женщины пищат и орут, вот я не взялся бы. Но сейчас было столько крика, такое ощущение, Ань, что вы встретили какого-то старого знакомого там, в подземелье. Ладно, не будем отвлекаться, у вас две подсказки есть, и это последний шанс вашей команды. Марина так мечтала рисковать. Вы дождались. Ну, вам просто нужно на этих лыжах по этим двум трассам дойти вон до той подсказки. Марин, вы все понимаете, да? Да? Да. Если вы вдруг свалитесь, у вас будет желание забраться снова, можно. Можно. Окей. Да. А это в какой-то момент страховка кончится. Останется только та за спиной. Ну что, вы готовы? Готова. Я засекаю время? А? Да. Время пошло. Говорят, никто это вообще не делал, да? Нет, все нормально, все пройдет. Главное распределить центр тяжести. Пока легко идти, иди быстрее, потом подольше. Главное, что равномерно идет. Для тяжести. Не спеши. Молодец. Не выпрямляй ноги. Так легче держать равновесие. Пока поспокойно. Отлично. Как красиво. Ступай, старайся в середине стопы. Хорошо, даю. Края не ставь, да.
Теперь не торопись, Марин, началось. Чуть-чуть на стопу. Все время надо двигаться. Не стой, все время двигаться. Все время двигаться надо. И параллельно держи ноги. Старайтесь параллельно. Марин, ты пошла уже половину. Держись, держись. Стой. Держись. Стой. Держись, осторожно. Молодец. Не торопись, Жатёна, не торопись. Руки в стол. Вперёд. Нет, держись. Молодец. Давай подползи к ключу, а там уже поднимешься. Только осторожно. Вот так ползи, вот так. Теперь как удобнее. Нельзя. А так можно? Как удобно. Ползи, вот так можно. Да ей нужно дотянуться до подсказки. Потом дотянется, будет. Там встанет. А меня страховку не пустит. Ползи. Давай, осталось давай. Чуть-чуть. Страховку пустите. Держит, держит. Страховка ее оттягивает. Давай. Ну, немножечко осталось. Или есть. Все. Вот там потом надо встать, будет подняться. Может, раскачать? Осторожно, осторожно. Не надо, подожди. Вот. Отлично, теперь давай, соедини эти две. В одно движение. Давай еще. Надо. Давай, молодец. Ну. Молодец. Это было замечательно. Ну что ж, ребята, поздравляю, Марина. Спускайся. Третья подсказка у вас в руках. Замечательно. Ну что ж, ребята, она нас догонит. Ты умница просто. Отлично. Это наш капитан. Давайте, мы бежим к сокровищнице. Наши играют как-то по-своему. Согласитесь, что Марина сейчас справилась с приключением, с которым не справлялся до нее никто. Она это сделала как-то по-своему, скажем так, по-русски. Ну что ж, у команды три подсказки. Ну что, все не так плохо. Да. Я должен сказать, что интеллектом вы пока не задавили ни меня, ни Форт Боярд, но с точки зрения спортивной подготовки вы абсолютно исключительно. Открывайте быстрее, потому что когда Моника уведет тигров и пойдет решетка, пойдут ваши 2 минуты 45 секунд. Есть идеи насчет загадки, Катя? Повтори еще раз. Еще раз повтори. Три загадки задачи, удачен или неудачен. Школьницы дрожали, когда в руках его держали. Ответ как держать в руках. Как ответ? Какие еще есть варианты? В руках держать ответ. Если я посмотрю. Может быть, вопрос. Учеба. Какие еще подсказки? Учеба. Молодец, открывай сразу. Открывай. А билет? А, выпускной. Нет. А билет? Учеба, бал, ответ, школа. Учеба, бал, ответ, учеба, бал. Это школа. Ответ. В руках держали. Еще. Подожди. Вам нужно... В головах нужны подсказки? Удачен или неудачен? Решайте. Выпускной, берем. Это бал. Вам нужно подсказки, берем в голове, если надо. Думайте быстрее. Ну, жизнь. Моника, школа, жизнь. Уверены? Школа. Нет, почему? Ответ это. Вы берете еще подсказку? Нужна? Уверены? Сейчас решетка пойдет. Давайте меня в жертву отдадим, пора еще подсказку пойти. Не надо. Может не рисковать? Если уверена, раздавайте буквы. К. О. Л. А. Все. Готовы? Да. Моника. Они готовы. Я говорю, это школа!
поживее, поживее. Можно несколько раз бегать, ребята. Надо засыпать. Давай, давай. Времени не так много. Когда решетка пойдет, все назад. Ребят, лучше несколько раз бегать. Все. Дима, Антон, беги же назад. Давай, давай. Кать, давай, давай. Еще, еще, давай, давай, давай. Осторожно. Давай. Давай, засыпай мне. Давайте, вы еще успеете бегать несколько раз, давай, девочки. Давай. 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 Времени не так много, лучше несколько раз бегать. Давайте, быстрее, вы потеряли 15 секунд. Давай, давай. Выше. Внимание, ребята, побыстрее. Выше, берите, вот так. Ребят, решетка пошла, назад. Решетка пошла. Где назад? Давай, давай, давай. Решетка пошла, иди, иди. Назад, иди быстрее. Давай, 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 еще быстрее, быстрее, быстрее. Давай, быстрее, давай, быстрее, давай, быстрее, 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 быстрее. Отлично. Ребята. Ну, мало, ничего. Обратите внимание, какая связь явлений природы. Как только посыпалось золото из сокровищницы, вышло солнце. А? Да. Погода улыбается и поздравляет. Как это в караоке, когда справился загад? Вы поете хорошо, да? Вот мы сыграли хорошо. Действительно, игра была слаженной, замечательной, невероятной. Ну что, посмотрим. Давайте все-таки посмотрим, сколько у нас получилось. Паспорту постан. Я думаю, что вполне достаточно. Так, на глаз. 65 120 рублей. Ну, скажите, пожалуйста. А где какие... радость ваша, ребят? А мы просто сейчас переживаем. Мы еще не осознали. Вы еще не осознали. Еще не осознали. Я думаю, что телезрители уже осознали, что победа значительная. И всем, кто видел бедную Настю, наверное, особенно приятно увидеть любимых героев в совершенно непривычных обстоятельствах, которые предлагает Форт Боярд. Что будете делать с деньгами? Есть какие-нибудь идеи? Кому-то автомобиль, там, я не знаю, шубу на зиму? Нет? Какие идеи? Мы отдадим их в детский дом. Здесь ни одной копеечки моей нет. А я принесла 4. Посоветуемся. Детский дом? Детский дом. Можайский район, Московская область. Можайский район, Московская область. Хорошо, спасибо. Я думаю, что те, кто из этих детей сейчас видели эту программу, им особенно приятно. И вы становитесь абсолютными звездами, которые дарят детям радость. Я действительно вас поздравляю. Нам осталось только попрощаться с телезрителями, которые болели за вас, сопереживали. И, наверное, так же, как вы, рады вашей победе. Всего доброго. Форт Боярд прощается с вами ровно на неделю. Через неделю в это же время на российском канале новые участники России будут поражать ваше воображение. До свидания.